Плотвичка не крупная. Кусочки вот так разделил. Вот поклевка. Это пойдет под пивное, это пойдет под душицу. Рыбалка Кстово. ТВ-канал для настоящих рыбаков. Друзья, всем приветики. Очередная рыбалка. Рыбалка в Старом Кстове. Друзья, с самого утра уже небольшие проблемы. Проблема припарковаться, друзья. Приехал 7 часов. Сейчас время без 10 8. Народу полно, припарковаться не могут. На джипах еще немножко спускаются на полный привод. На легковых разворачиваются, кто куда уезжает по всему Старому Кстову. Я уже на водоеме, друзья. Вот давайте вам покажу, сколько машин, где раньше не парковались, там запарковались. И уже образуются черные базары. Базар не люблю я их, туда не хожу. Смотрите, это все базары. У нас еще темно. У нас темно. Буду ловить я на мормышку с мотылем. Кормить тоже буду мясом, а точнее мотылем. Ну все, друзья, всем давайте приятного просмотра. Поставьте лайк. Начнем рыбалку в Старом Кстове. Затон Старчиха. Будем ловить, что будет ловиться. Вот такая у меня кормушечка маленькая. Живой мотыль. Сейчас по пол кормушечки я покидаю в трех лунках. Проделал я 6 лунок. Везде есть рыба. Везде есть рыба. Где-то по 10 штук, где-то по 2, по 3. Окунь вообще не боится ничего. Ну все, друзья, поехали. Кормимся и начнем ловить. Две лунки я закормил чистым мотылем. Одну луночку, где-то ящик, я закормил мотылем. И готовая прикормка, которую я готовлю дома. Ну все, друзья, пошел я искать по лункам. Лунок у меня тут, наверное, 7 сделано. Рыбачки тоже подходят. И вот первая такая маленькая плотычка попала. Друзья, рыбка есть. Ну, конечно, желательно покрупнее, чтобы была, ловилась. Но рыба есть. Рыбаков, друзья, есть столько рыбаков. Сколько не рыбачу. С отцом ходили, столько рыбаков я не видел. Какие выручки нам все-таки делают магазин. Столько рыбаков, да? Вон даже собаки прибежали. Все, друзья, пробую опять здесь ловить. Ловить плотвичку. Ну, будет окунь — хорошо, будет еж — хорошо, будет гусерка — еще лучше. Следует плотвичка, друзья. Опускаю, такой удар хороший. И клюнул. Окушочек, друзья. Ну, нормально, кстати, окушочек. На ушицу пойдет. Вот смотрите, вот эта лунка не закормленная. Уже две рыбы, буквально в течение, наверное, минуты. Поймал. Народ прибывает, прибывает. Смотри, какие идут эшелоны. Эшелон рыбаков, паровозы с санями. Да, вот там, наверное, я не знаю, 1000 рыбаков может есть. Ну, 1000 нет, ну, 200-300 точно есть. И если даже каждый по килограмму поймает, это, или даже больше, это полтонны рыбы. А машина все прибывает, прибывает. Мне жена еще говорит: блин, ты придурок, что ли? Зачем так рано приехал на рыбалку? Да, тут много придурков, друзья. Действительно, мы придурки, рыбаки. Это просто зашквар. Ну, друзья, третья лунка. Вот на этой лунке задева. Не знаю, что там на дне лежит. Или какая-то трава, или еще что-то. На эту перешел, друзья, сразу опускаю. 2-3 раскачивания. И такой достаточно нормально кусочек клюнул. Рыбаки все прибывают и прибывают, прибивают и прибывают. Блин. В городе вообще мужиков не осталось, друзья. В случае войны все рыбалки. Защитники Отечества. Еще ни на одну лунку не ходил, где закармливал. Сейчас будем переходить. Все подходят, интересуются. Ну что, ловится, не ловится. Сядь да лови. Что тут расспрашивать? Сейчас приближу, друзья. Вот такие базарчики там. Туда я не хожу, мне такая рыбалка не нравится. Я лучше вот здесь окушка плавлю. Плотвичка. Два окуня пока. И плотвичка.
Проделал я еще две лунки. В одной лунке есть плотвичка, тут ближняя, где бур стоит, там вообще ничего нету. Трава, растительность есть. Ну да, народ руками машет, окушков таскают. Больше я ничего не видел. Сам я поймал 4 окуня, одну плотвичку. На той лунке рыбы много показала. Да и там есть. Буду немножко от берега отходить. Пробую смотреть. Может обратно вернусь, может вправо, может влево иду. Бог его знает. Ну там, видите, народ так образовывается понемножку. Может у них там что есть. Сходим, их обурим. А сейчас перехожу, друзья, вот на эту лунку. Сегодня получается такая рыбалка, друзья. С одной лунки одна рыбка, вот плотвичку поймал, и все, тишина. Больше поклевок нету. Там тоже поклевка была, но не поймал. Но все расходятся, друзья, да, вот поэтому можно сразу наблюдать. Люди сели, порыбачили, терпения не хватило. Пошли дальше искать. Ну, в камеру рыбы много. Очень-очень много. Вот, видите, такая палаточку везут. У нас не настоящего не хочет, и не лежачего не хочет. Ну, сейчас я еще вот здесь вот разборю три лунки. Посмотрим на камеру, что там будет. Не, я уверен, там рыба будет. Ну, штучная-штучная. Друзья, обегал я, наверное, лунок 10 еще новых. Бегаю, опускаю камеру, смотрю, плотва есть. Густерку видел, окунь увидел, леша видел. Ловит штуку такой еж. Нашел свою лунку золотую, друзья. Там бур где стоит. Там кто-то уже лунку делал. Опустил камеру, там рыбы нет. Ну попробуй закормиться. Предыдущая рыбалка, я там просто отловился. Это была золотая лунка. По темноте я искал, не мог найти, но все-таки нашел. Там меточка была, палочка воткнута. Она в лед вмерзла. Вот такая трудовая рыбалка. Многие перемещаются. Кто-то уже с базара идет. Ни хрена там нет ни у кого. И здесь около берега хотя бы по поклевкам оторваться. Окушка поймай там или еще что-то. Да, плотвичка 5, наверное. И окушков, наверное, также где-то 5. И вот ершей 3. И больше ничего, друзья. Ну, такая трудовая рыбалочка. Очень даже трудовая. Но чем лучше погода, тем хуже рыбалка. Погода такая, не сказать, что слишком хорошая. Но нормальная, терпимая. Немножко у нас тут снежочек идет. Такой этот пепел снежный. Друзья, ну что, закормил я две луночки. Это вот золотая лунка была в предыдущей рыбалке. Если вы смотрели, то знаете, да, может, узнали это место. Ну, тут недалеко от берега, от лодочной станции. Здесь я чисто мотылем закормил. Здесь закормил мотылем. И готова прикормка магазинной для плотвы. Когда изначально я здесь проделал лунки, камеру опускал. Ну там что-то мелочь какую-то видел, да, рыбка была. То вдалеке. Ну что, посмотрим, подойдет на прикормку, не придет. Но это лунки тогда работали просто обалдеть. Я ловил на две удочки, но одну пришлось мне смотать, потому что было невозможно. Здесь вот на удочке есть мормышечка и повыше крючочек. Значит, два в одном. Видео тоже есть. Блин, ну я не знаю. Все бегают, все жалуются, подходят. Нифига. Сейчас через минут 15-20 опущу камеру. И посмотрим, вообще рыбка подошла, не подошла. Ну должна же на прикорм подойти, да, друзья? Она может не клевать, но на прикорм должна подойти. Что и надо, бог его знает. Мотыль вообще обалденный. Смотрите, какой хорошенький. Чистенький, живучий. Ну, рыбка никак. Да, мужик приходил с базара. В базаре был ни хрена ни у кого не ловится. Не, ну сам кто-нибудь ловит, а кто-то не ловит. Будем ждать прихода рыбки. Может, и не будет сегодня, друзья. День на день, и рыбалка на рыбалку не приходится. Ладно, давайте я еще включусь, еще поймаю. Или вообще перейду куда-нибудь ближе к берегу. Ну вот. У берега мальчишки сидели, он идут уже сюда ко мне. И сейчас спросим, что там было, не было. Друзья, на прикорм подошла не та рыба, которую мы ожидали, плотвичка, а подошел вот такой хороший окушочек, друзья. Достаточно хороший, смотрите. Красавец, правда, пятнистый. Вот такой взял. Игру, друзья. Ну, я подыгрываю немножко, играю. И на стоячку.
хороший удар. Камеру опускал, тоже рыбка есть, плотвичка видно немножко. Тяжелая трудовая рыбалка сегодня. Бель вообще отказывается брать. А что делать? Все бегают, вон, видите, раз подошел, камеру опустил, холод посмотрел, дальше пошел. Технологии идут вперед. Вот таких окушков еще можно ловить. Это редкость. Ну, прикорм немножко, рыбка подошла. Окушочек, плотвичка, друзья. Что в камеру видели? Еша видели, окуня, плоту видели. То и поймали. На две удочки ловлю, друзья. Опять сейчас накормился мотылем. А так рыба вообще капризная. Капризная, капризная. Ну что делать? Вот немножко потрясешь, наиграешь, поставишь. Окунь берет на игру. Плотвичка настоящая. Поднимешь. Плотва на опускание. Вот две плотвички все на опускание. Высоко не поднимаю. 10-15 сантиметров. Опять вниз. Не поставил. Так. Надо. Удобно поставить. Сейчас здесь также. Трясем, поднимем на 10-15 сантиметров. Опять опустим. Видите, что-то есть там. Убежала. Друзья, убежала. Моя платочка была наверх. Я не знаю, наверное, обдрала. Не обдрала. Ну что-то никак не работает. Может, сейчас на эту клюнет. Может, не клюнет. Да, сейчас проверим, мотыля там есть, нету. Там он, я закормил, друзья, одну удочку оставил, побежал по тем лункам, которые я вот с утра изборивал, кормил. Вот на первую лунку вернулся. И поймал сразу два окуня. Окунь такой черненький, ну, такой по душицу. Самое то. И еще было очень много поклевок. Рыбка есть, друзья. Плотва капризничает. Окунь такой, как еще поклевок. Опять крупа пошла. Базар сместился влево-вправо. Бегают, гоняют леща. Ну, а мы вот хотя бы немножко ловим окушка. Говорит, что Бог даст, то даст. Да, вот окуня чуть посильнее так играешь, туча ударит. Плотву немножко вот раскачиваешь, но нет плотвы. Камеру опускал, друзья, очень много плотвы. Очень даже много плотвы. Плотва не мелкая. Пивная плотва. Хорошее, красивое серебро. Волги. И все. Ладно, сейчас пойдем на другие лунки. Немножко эту лунку я, друзья, изловил. Поклевка была сейчас. Настоящую ловлю, друзья. Окуней, плотвичка. Ну, одна плотвичка, окунь не хочет на игру брать. Вот немножко потрясешь, поставишь, блин, и удар такой хороший. Ну, сейчас потрясем. Конечно, настоящий промахивается, он не так активно берет. Но все же. И вот такая вот кучка, друзья, буквально за 15 минут я накидал. Несколько сходов еще было. На куневый, да. Ёршика поймал маленького. Да, тут еще есть лунки, которые я кормил. Еще никак до них не дойду. Вот все на этой остановился. Что делать, что делать? Ловить надо, да? Но кушочек такой более-менее. Ну, что тут самое то. Знакомый там Роман тоже что-то, не знаю, поймал, не поймал. Вот все бродит. Одну вещь на тоску наводит. Сейчас пробую еще здесь ловить и пойду по другим. Может, верну сюда. Ну нет, обязательно вернусь. Нашел, друзья, две рабочие лунки.
Но сегодня лунки рабочие у нас по окуню, настоящую, хорошую такую добротную окунь ловится, друзья. Вот мумочка, да, и буквально. Вот там, наверное, видите, да, посередине. Там буквально тоже, наверное, с десяткой поймал, здесь поменьше, но окунь весь такой одинаковый, хороший, настоящую, да, ну как настоящую, вот немножко поиграешь, поставишь, блин, удар такие хорошие, на игру редко, но все же тоже клюет. Сейчас поставим, посмотрим, может что клюнет. Вот так вот пускай стоит. И тут идут к базару, да. Говорят, хотя бы хоть мелочь кошки поймать. Нет, сейчас пойдем на ту лунку. Может, конечно, еще попробуем разбориться здесь. Ушел я от двух окуневых лунок. Окунь достаточно хороший, вернулся вот на эти лунки, которые кормил, друзья. И уже поймал четвертую плотву. И плотва такая более-менее такая хорошая. Вот еще одна здесь, друзья, клюет просто одна за одной. Все, уключаюсь, насаживаю, ловлю дальше. Наверное, будет нам за второй удочкой идти. Сюда вот поставлю, все закормленное мотылем. Пришлось одну удочку брать. Просто пошел суперский жор плотвы, друзья. Подошла на прикорм. Сейчас опущу камеру, посмотрю, что там творится. Ну, это, блин, вообще. Плотва не крупная, но есть такая более-менее плотвичка попадается. Сейчас посмотрим на камеру, что там водится. Что там водится, да, и клюет просто одна за одной. Как говорили, вторая половина дня у нас по плотве. Сейчас опускаю. Не здесь, где буду ловить, а вот в соседнюю. И посмотрю, что там есть. По губам, блин, клюет не дуро. Клюет при каждой проводке. Thank you.
видно было, да? Настоящим. Давайте настоящим поставим. Поднимаем 10 сантиметров и опускаем. Клюет хорошо, блин, подсечь, видите? Вот есть. И это вот такая платочка. Подсечь очень сложно. Очень-очень сложно подсечь. Где ты? Сейчас сразу опустим, проводочку сделаем. Там 10 сантиметров остается. Сейчас будем ждать поклевку, друзья. Вот такая платочка ловится. Лунки закормили мотылем. И немножко покупной прикормки тоже. Рыбка подошла. Рыбка ловится. А мы продолжаем. Вторая смена, да, после обеда. Решил проверить окуневые луночки. Окунь здесь. Удочка молчит. Окунь отошел, друзья. Ну тогда, наверное, пойдем. Окончание рабочего дня, да? Окончание рыбалки. Будем сидеть на этих лунках. Где-то кормлю, но будем ловить там платвичку. Вот там
Вон ящик стоит, друзья. Все-таки подошла рыбка на прикорм. Ну, многие уже домой собираются. Очень многие. Базар рассасывается. Все идут домой. Домой. Не знаю, какие результаты у них. Ловилось, не ловилось. Бог его знает. Я вот остался на этих двух лунках. Получается, три. Ту лунку я камеру опускаю, смотрю, что есть. А вот на этих я ловил. Одну удочку убрал. Ну, невозможно, да, клюет одна за одним. Не крупная, конечно, рыбка. Плотвичка не крупная. Кушочек я вот так разделил. Вот поклевка. Это пойдет под пивное. Это пойдет под ишицу. Вот есть такие сейчас, мне вот пореже стало ловиться. Поклевки вроде уверенные, но подсечь никак невозможно. У меня капелька, троечка. Вот поклевка. И все, видите, тук и отпустила. На игру вообще практически не хочет. Ну, в принципе, рыбалка доволен. Снег сейчас повалил, конечно. Надо еще будет топать, машину очищать. Вот. Ну, давай. Клюнь что-нибудь. Да и мы тоже скоро будем собираться. Ехать домой, отдыхать. С рыбой определяться, солить. Не знаю, если захотят ухи. Пару, наверное, тройку. Пару-тройку ершей есть для вкуса. Вот. Ну, давай, вот раз ударит. И все. Окушки такие чернявые. Тоже. Ну давайте, думаю, маленько досмотрите. О, подняла. Досмотрите, я там подведу итоги. Улов я вам практически показал. Вот есть. Сейчас я там. Ох, какая попа. Смотрите. Какая плотвичка неудобная. 2,5 метра. Вот такая плотвичка, друзья. Сейчас ее сюда налево. Плотва налево, окуни направо. Вот такая у нас плотвичка клюнула. Плотвички налево идут, окуни направо. Ну что, друзья, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Рыбалка, как всегда, интересная. Можно сказать, хорошо поймали. И на ушицу поймали, и на засолку поймали. Ловил я в Старом Кстове, залив Старчиха. Народу очень много, народ бегает, ищет. В камеру рыбу очень полно показывают, но не в каждой лунке она клюет. Ловил я на мормышку, наживка, мотыль. Ну и этим же мотылем я и кормил. Сначала с утра так немножко поклевало, потом до 10 часов вообще ничего не было. И вот, наверное, часов с 11:30 и до 2 часов рыбка хорошо отзывалась, как и окунь, так и плотва. Ловил в основном на стоячую. Немножко пошатаешь, вверх-вниз сделаешь. Подъем, опускание, ставишь, поклевка есть. Рыбалка, как говорю, еще раз доволен. Сейчас покажу рыбку. Рыбку я тут рассортировал налево-направо. Ну, уже видели, да? Кто видео без паузы смотрит. Ну, давайте вам покажу. Это вот плотвичка. Такая невеличка. Это окушочек. Ну, окушек разный есть. Такой более-менее. Практически горбатенький. Ну все, друзья. Всем добра, всем бобра. Литр самогона, не болеть. Пока-пока, до новых встреч, до новых видосов. Пока-пока, друзья. Пока. До новых встреч.